Вопрос о судьбе Ивановского цирка глава региона обсудил на совещании в Москве. На капитальный ремонт здания требуется более 800 миллионов рублей. Выполнить реконструкцию за счет областного бюджета не представляется возможным. Поэтому Михаил Мень обратился к федеральным структурам, Росгосцирку и Министерству культуры с просьбой профинансировать ремонт Ивановского цирка. На встрече обсуждались различные варианты, в том числе поэтапное выполнение ремонтных работ. Начать просто элементарно с фасадов, да, и элементарно свое, чтобы не было стыдно перед людьми, но делать это параллельно с подготовкой документации уже по внутреннему оснащению цирка. Мы были услышаны на этом совещании, надеемся, что в ближайшее время уже на территорию региона выйдут специалисты из этих двух ведомств и будем выходить на определенного рода решения.